Был ли совершенно незаметный глазу обывателя в эти годы господин Гурджиев как раз той третьей силой в столкновении двух других сил, которую так просто не разглядишь? Исход войны был предрешен, и никакое новое оружие не могло спасти нацистов. Бумеранг свастика, запущенный Гурджиевым в 20-х годах, сделал свое дело. Все кончается. Кончилась и война. Возобновились встречи и обеды с мастером. На них приходит множество учеников, которые готовы сутки напролет проводить с учителем и стараются не пропустить ни слова из сказанного им. У всех налито. Алкоголь – ни причуда, ни игрушка. Он, если правильно пить, усиливает желание человека. Надо пить достойно. За достойные человека вещи. Например, за то, чтобы не быть такси. Если вы себя не помните, то вы такси. Любая мысль, желание, ощущение повезут вас куда захотят. Единственный путь для развития – создать борьбу внутри себя. Схватка, борьба – вот основа развития. Когда нет борьбы, то ничего не происходит. Человек остается машиной. Многие из тех, кто был близок к учителю, умерли за прошедшие годы. Не решил ли учитель танцев и дирижер битвы магов, что пора покидать эту юдоль печали, мир, где существа, обладающие огромным потенциалом возможностей, тратят его на уничтожение себе подобных? В конце октября 49 года ученики пришли проститься в госпиталь. Они ждали напутствия. Гурджиев долго глядел на всех с доброй, чуть печальной улыбкой, а потом сказал: «Ну и вляпались же вы. Моя бабушка рассказывала, что я родился без крика, широко открытыми глазами. Тело Гурджиева умерло утром 29 октября 1949 года. Thank you.
Разведки крупных держав начали кровавую охоту за последними дневниками Георгия Ивановича. Чем это закончилось? Закончилось ли?